вас, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час. Я вас поздравляю с началом нового месяца. Сегодня 1 ноября, вторник, еще вторник. Я записываю обзор вечером. И что хочется мне сказать, какие ожидания у нас по основным валютным парам на ноябрь месяц. Итак, на экране у нас пара евро-доллар. Это у нас месячный график. Какие у нас ожидания? Смотрите, мы сейчас практически тестируем разворотную линию месяца, которая находится на 1.10408. Сейчас разворотная линия, и все зависит от того, закрепимся мы выше, значит, пойдем дальше. Следующая цель у нас, сейчас я скажу, следующая цель у нас это 1.11.40. При условии, что мы пройдем ее, закрепимся выше, мы можем дойти вот до 1.11.75. Вот такие ожидания. Ну, сейчас вот мы идем пока вверх, хотя тренд нисходящий, пока еще идет нисходящий, хотя как бы вроде показывает, что вот-вот думаем, идем на пересечение, но пока еще тренд нисходящий. Так что вполне возможно, что мы сейчас откатим вот вверх до 1.109.18, где-то 20, вот так вот. Но, возможно, мы не дойдем до границы вот верхнего такого канала. Может быть, не дойдем, но 109.18 мы можем туда дойти, но, повторюсь, при условии, что мы закрепимся выше разворотной линии месяца. Разворотная линия месяца на 1.10408, и все вот от нее зависит. Если мы не пробьемся, закрепимся ниже, то значит пойдем дальше вниз, а следующая цель у нас внизу 1.07721. Вот такая цель у нас внизу. Посмотрим, можем дойти сюда до этой цели, но при условии, при пробое закреплении, следующая цель внизу это 1.05565. Вот такие ожидания по паре евро-доллар на этот месяц. Следующая пара у нас. Следующая пара у нас доллар-франк. Итак, значит, какие ожидания у нас по паре доллар-франк? Вы смотрите, сколько месяцев мы никак не можем пробиться, скажем так, уверенно пробиться и закрепиться либо выше, либо ниже. Вот мы тестируем волшебный индикатор. Волшебный индикатор сейчас на уровне 0.97407, ну там плюс-минус там несколько, 5-10 пунктов, вот в этом диапазоне, в этом районе. Чуть выше у нас находится разворотная линия месяца 0.98635. И вот видите, мы сейчас от нее, как бы, ну, чуть выше даже от недельной практически линии мы развернулись и пошли вниз. И мы сейчас находимся ниже разворотной линии месяца, но выше волшебного индикатора. Возможно, еще какое-то время, вот посмотрите, сейчас я переключусь на неделях и уменьшу, чтобы вы видели. Возможно, потому что на неделях цель, вот я повторюсь, но не знаю, посмотрим, вряд ли мы пробьемся, но пока что, видите, мы на этой неделе вот оттолкнулись, эта неделя практически отработали разворотную недельную линию, которая находится на 0.99251, и пробили разворотную линию месяца 0.98635, и идем ниже, вот один нижняя, как сказать, нижняя линия, да, верхнего канала, да, нижний. И еще, вот мы двигаемся, возможно, сюда. Вполне возможно, на этой неделе мы придем, даже не на этой неделе, а может быть, завтра мы уже придем на уровень 0.97430. Вот это вот у нас, я нарисовала трендовые линии, какие ожидания у нас в этом месяце. Вот, возможно, мы будем в этом диапазоне. У нас образовалось как бы два таких восходящих канала, хотя на
на месяцах, чтобы сказать, что вот здесь идут как бы на пересечении, непонятно, куда же все-таки мы прорвемся. Повторюсь, видите, мы находимся выше волшебного индикатора, но здесь же и находится нижняя граница, вот нижнего канала такой. И будем, возможно, телепаться еще некоторое время между вот этой нижней, между разворотной линией месяца и нижней границей. Ой, и нижней границы, но здесь же волшебный индикатор на уровне 0,974, 0,7, где-то 10, вот так вот. Ну, а дальше все зависит вот от пробоя. Пробьемся, закрепимся ниже, значит, пойдем еще раз даже отработать, можем прийти сюда на 0,932, 14 и даже, возможно, ниже, все возможно. Ну, а если мы все-таки сейчас просто откатываем к волшебному индикатору, и после этого вернемся назад вверх и закрепимся выше разворотной линии месяца 0,986,35, значит, пойдем дальше вверх, отрабатывать верхние границы вот этих каналов. Это означает, что вот у нас идут одна цель вверху, это 0,100740. И выше следующая граница 1.0.11.60. Вот такие ожидания у нас, друзья, по паре доллар-франк. На очереди у нас следующая пара. Пара фунт-доллар. Итак, какие у нас ожидания по этой паре? Смотрите, мы совсем, волатильность слабая, вот совсем тут чуть-чуть мы подвигались, значит, все-таки мы отработали, если взять, да, мы практически от разворотной линии недели, которая находится на 1.217.53, вот видите, мы как бы оттолкнулись, протестировали ее и идем вверх к разворотной линии месяца, это 1.234.99, ну, 1.235, где-то так. И что у нас получается, какой у нас, видите, канал? Ну, давайте я переключусь, чтобы видеть. Вот верхняя граница, вот, ну, каналы у нас образовались нисходящие. И пока что у нас тоже как бы пошли и пересеклись даже линии, что показывает о том, что мы разворачиваемся вверх. То есть тренд меняется на восходящий. Но мы и пошли вверх. И сейчас, я повторюсь, мы идем, скорее всего, к разворотной линии месяца 1.234.99.1.235. Ну и чуть выше тут находится у нас следующая вот цель 1.238.65. Ну и при пробое, при выходе и пробое, уверенном пробое вот верхней границы вот этого нисходящего канала, значит, следующая цель у нас, сейчас еще раз посмотрим, 1.256.0405. Вот такие ожидания у нас по фунту доллара, друзья. Ну, а в случае продолжения движения вниз, значит, цель внизу, если мы закрепимся все же ниже разворотной линии месяца, цель внизу, первая цель внизу у нас на уровне 1.197.10. Ну, и при пробое и закреплении ниже, ну, и дальше движение вниз. Открыто, свободно. Вот такие ожидания у нас, друзья, по паре фунт-доллар. На очереди у нас следующая пара. Пара доллар-иена. Итак, какие ожидания у нас по этой паре? Пара доллар-иена. Ну, вы видите, что мы протестировали вот разворотную линию недели 104.672 и идем вниз. Значит, первоначальная цель это 104.084. Вот обязательно должны ее отработать и для того, чтобы даже если пойти вверх, для того, чтобы пойти вверх, вот нужен должен быть откат до 104.084, ну, может быть даже чуток ниже, потому что ниже находится разворотная линия месяца. Мы можем дойти до нее, а можем чуть-чуть и не дойти. 103.495, ну, 104. Вот так вот. Здесь
здесь ниже находится разворотная линия месяца. Ну, а если пробьемся и, ну, не то что закрепимся, но, возможно, отработаем еще нижнюю границу вот такого, видите, верхнего восходящего канала, потому что я нарисовала трендовые линии, образовались два таких восходящих канала и показывают, что мы пока на месяцах движение вверх, то есть восходящий тренд. Вполне вероятно, как я говорю, повторюсь, что мы обязательно должны прийти отработать, вот откатить до 104.084 где-то, либо до 104 даже, потому что разворотная линия месяца, прежде чем пойти дальше вверх. Вверху цель у нас, повторюсь, 106, вернее, не повторюсь, а скажу, 106.430, и чуть выше мы можем даже дойти и отработать верхнюю границу, 106.985, даже до 107. Ну, а так я предполагаю, что мы можем пробить и пойти еще выше. Выше где-то вот до вот уровня, где скопление 108, 214, 215, вот так вот. Хотя, как говорится, я полагаю, но рынок располагает, посмотрим. Пока что мы вот находимся выше волшебного индикатора, и мы практически не коснулись, то есть не протестировали его, остановились выше и оттолкнулись, возвращаемся вверх. Хотя я предполагаю, что мы вообще должны вот сюда прийти, откатить сюда, прежде чем прийти еще раз протестировать или пробить. Но для начала ждем откат аж на 114.793, где-то 114.800. Вот такие ожидания, но не на этот месяц, хотя все возможно, я ничему не удивлюсь. Для иены это вполне возможно. Итак, друзья, это были основные валютные пары. Ну что ж, давайте бонусом еще расскажу, что нас ждет в этом месяце по следующей паре. Пара австралийский доллар в паре с американским долларом. Итак, AUD USD. Какие ожидания у нас по этой паре на этот месяц? Ну, видите, образовалось два таких канала. Один восходящий, другой такой боковой, скажем, слегка. Практически, да, боковой. Но мы уже сколько времени, мы двигаемся вот как бы во флете, сколько месяцев, вот в таком ровном, да, таком боковом движение. Но сейчас вот здесь разворотная линия месяца у нас находится на уровне 0.761.12. И мы оттолкнулись от, видите, от нее оттолкнулись, как, ну, протестировали, вот отработали нижнюю границу вот восходящего такого канала и пошли вверх. Пока что мы находимся выше разворотной линии месяца, и цель где-то вот сюда, на 0.774.65 при уверенном пробое. Давайте посмотрим, здесь правильнее покажет. При отработке и закреплении уверенном пробое, значит, мы можем прийти на 0.781.38.40, где-то вот так вот. Ну, мы можем и двигаться вот только в этом боковом таком тренде, в боковом канале. Но если внизу цель, то внизу цель, вот смотрите, она находится на уровне 0.752.28.30. Вот где-то вот такие ожидания по этой паре. Вот в этом диапазоне мы можем. Соответственно, при пробое, уверенном пробое 0.780.93.95, значит, можем пойти дальше вверх. Но для этого мы должны уверенно пробиться, закрепиться, для того, чтобы конкретно уже образовался восходящий тренд. Но пока что, видите, даже нету такого понятного здесь ископления мувингов, нет такого понятного, куда все-таки прорвемся. Хотя, не знаю, я думаю, что мы можем. Но видите, вот здесь скопление, то есть оно никак не пробивает вот это скопление. Здесь очень уверенный такой уровень сопротивления.
это находится, вот мы прямо как раз его коснулись, опять-таки сегодня 0,770-0,3. Ну вот имейте в виду вот этот уровень, все зависит от него. Закрепимся мы здесь, не пробьемся, не закрепимся выше, значит все-таки будем продолжать движение вниз. Повторюсь еще раз, очень важный уровень, видите уже, вот мы его, когда шли вниз, мы его столько вот и тестировали, пока вот от него оттолкнулись и пошли. Это уровень 0,771, где-то вот так вот, 0,771, 10, 20, вот где-то в этом диапазоне, смотрите. Вот такие ожидания, друзья, по основным валютным парам на этот месяц, на месяц ноябрь. Ну что ж, я желаю вам хорошего такого ураганного профита на этот месяц, много-много радости, много приятных дней, хорошего настроения, всего вам самого-самого хорошего и светлого. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, задавайте вопросы, я с радостью вам отвечу. Ну а пока я прощаюсь с вами, рада, что вы меня послушали до конца, досмотрели, и я прощаюсь и пока-пока, до следующего обзора.